Всем привет! Сегодня хочу показать вам рецепт безопасного средства, которое, при том, что еще который чистит все. Нам понадобится посуда. Берем мыло хозяйственное, можно взять. Я беру 200 грамм. Можно 150 грамм взять. Мыло хозяйственное берем. Потом берем соду пищевую. Сейчас в данное время очень полно всяких средств. У меня как раз получается 2 столовые ложки. Потом берем горчичный порошок, 3 столовые ложки. Горчичный порошок очень хорошо убирает жир. И берем какое-нибудь масло, 3 капельки. Для ароматизации. И сейчас все это взбиваем миксером. Вот такая получилась смесь. Если делать хозяйственным мылом сухим, который натереть на терке, то смесь получится белая. Так как у меня было жидкое хозяйственное мыло, у меня получается вот такая смесь. Сейчас я залью в посуду с дозатором и буду мыть. Эта смесь очищает очень идеально все жировые отложения. Попробуйте, у вас все получится.